Ты очень молодцы. Чё, Груль или Магик? Груль. Чё, кстати, упало, блядь, Магик, пишет РЛ. талисман, не новый, Груль, не манускрипт. блядь. Там же типа апнули, типа сила хуйня теперь. Там типа блока больше намного прок дает. Просто тут одновременно с кем-то говорит. Враска. Хуй знает, у меня никого в муте нет. Вы любите поговорить одновременно. Чё там за блок, чё за прок? У тебя даже Red War не в муте? Нет, зачем? Просто есть челики, у которых, когда кто-то начинает говорить, нету рефлекса убрать с пальца, с кнопки палец. Типа, держит, и надо договорить, и палец у него как будто 1000 килограмм стал весить, и на кнопке лежит, блять, и пока он не договорит, у него легким не станет, нихуя. Смысл брать силу, типа, как да, блять, настроение. Блока 800 там или сколько он, блядь, дает. Пусть. Манускрипт, но... 558. Спасибо, блядь, профитный блок. Ну-ка, ну-ка, алинканите, пожалуйста, Т5 протопаловская. Хочу почитать, что там это самое. Что-то от парирования, говорят, там какое-то. От парирования, от блока зависит эта формула, ну, агра. Там 30к можно разогнать дальше, там типа на изи. Враска, я до 36-37 разогонял. Понимаешь, я сотрю драгона, он бегает, блядь, он шмотки на мастерство поубирал. У меня нет ни пояса, ни ботинок, ни шеи на блок, и я могу разогнать до 37. Я вон в VIP-разделе пиву линковал, он там жаловался, что протопалов нерфанули. По 10, по 15 тысяч тычки, а я ему скрины скидываю. Первый скрин 30 косарей удар, а потом второй скрин 37 косарей. Он говорит, а, конечно, он же пошел смотреть, что у меня там брюли вставлены на блок щитом. Там кто-то и... из админов писал, что вам, возможно, в ювелирке добавят лок. А, они вроде говорили. Саппорт бы они в ювелирке добавили, блядь. Да, блядь, если почаще читать форум, еще там пишут, что в ПВЕ саппорт пересмотрят. Блять, я не могу понять, а смысл, я не понимаю, кто ныл вообще, что типа в ПВП абуз, блядь. Блядь, 310 бегал резис, и он нихуя не саппортит, блядь, толк. Это все, блядь, пиздеж. Ну, насколько я помню, на личкинге... На личкинге не было вот этого саппорт. То есть не было, когда в тебя кидают кто хуйню и саппорт. Я не помню, было такое или нет, блядь. Узнаю. Не всегда была такая хуйня, 130 пенитры собирали, но на личе всегда. Ты гонишь меня? Враска, что у тебя должно было саппортить? Уфир. Ты сказал, что саппорт не действует в ПВП? Что у тебя должно саппортить? Уфир. Фир, слышишь, фир. Саппорт на ПВП, он работает. Можешь даже не смотреть. Блять, я бегал, блять, в 310, я знаю сколько, блять, он из 10, блять, один, дай так бог. Подожди, ты кого фиряешь своим фиром? Он у тебя против нежити только. А меня фиряют, блять, в 310 саппорт, я тебе говорю. А, блядь, ты, не ну, а ты не думаешь, что в тебя могут это раз 5 скастовать? Я знаю, блядь, что я тебе говорю, что один из десяти, дай бог, отразится. Понимаешь? Даже челики шестые каты без пенитры, блядь, спокойно фиряли. Знаешь, чем он хорошо работает? Вот попробуй сдиспелить с человека что-нибудь. Я знаю, то, что ебучего мага 10% шанс дизарма. И я бью мага, блядь, и у меня в ГКД уходит, да, ну, в диминишн, до 0,1 секунды, блядь. А у меня резист, то, что с меня бафы снимут 30%. И с меня, блядь, с первого диспела, блядь, снимают баф. Вот это я вижу на Сирусе. Луки в инсте есть? Что вы говорите, это все хрень. Мунили вроде. А, да тут
стали. Три. Ты кому-то перла, мне кажется, по большей части. Кто спрашивал про Павловский эфир? Причем тут Павловский эфир и резист вообще? Не понял. Все здесь. Нужно начинать. Там кто кого желает там. А нет, он мага нет, он, блядь. Ну нафига еще раз. Не достаю. На этого босса он не очень сильно обидится, сука. Все, погнали. Кстати, говорит, как вот пистолет и просто то, что его пересмотрят? Как они, как он будет понимать, в ПВП это или в ПВЕ находится? Эффект зелья не действует на боях. На полях. У тебя Т5 же получает, понимает, когда ты в ПВП, а когда ты в ПВП. Мне пофиг, я на танке убиваю, блять, с одной тычки любого. Ты уже нихуя не будешь убивать, потому что это уже убрали. Блять, танк убивает с одной тычки. Бастионом. Все способности от Т5 больше не действуют в ПВП. Что жатва, что вялый, что твоя лута. Что еще за вялый? Если хочешь сказать, если я подбегу с настаканным вот на ретрике, блять, и ударю его этим четырьмя кусками, они не сработают. Я тебе сейчас тему в 10 скину. Ты даже ничего не настакается. Нет, я в смысле настакаю на трэше, понимаешь? А на бастион вообще... Не сработает. Работает? Уже все. Справили. Ништяк, по-моему. Паладин единственный, по-моему. Там. Авар. Не, там ничего не надо стакать. Ты стоишь, у тебя просто бастион, 6 стаков постоянно, понимаешь? Братского ходилку отправил. Нет, не особо это надо сейчас. Не, мне просто прикольно. Атаки еще работают. И зачем? Прикольно. Положимся. Там нахуй. А за засчитает квест? Квест засчитает только. Да че вы, блядь, ебаный, вы че? Не знаю.
Мне показывает, что это ебать. Время, сука, либерте терять. Охуенно. Кто спулил-то? Вот и все. Ты на автопилоте, что ли? Нет, я сказал, давай стаки терять не будем. Залетел. Да, я на тапках залетел и спулил его. Нормально. Не потерял. В рейдах Войда говорят, что можно веселиться, под диван побило. Потом, сука, диван пишут, на этом боссе не работает. Потом, сука, мне пишут, Войд, у тебя хуёвые рейды, у тебя, блядь, говно всегда. Какая происходит разница, работает диван или нет? Мне главное шмот, чтоб не сломался, понимаешь? Мозг главное, чтоб не сломался, после такой хуйни. Лес эти бы этот масрез там, блять. Там реально не зашло так по два тела. Да я пытаюсь заборе, снять. Так какими надо быть охуеть сыгранными, япончик? Ты просто не представляешь, чтобы сделать то, что ты предлагал. Там каску начистите, кто там? Сейчас. Я не могу с себя снять долбанный этот диван. Ганс, Лаура, Макрос, ты руками снимаешь? Все ауры снимаю, все снимаю. Лаура, блядь, божественный. Дайте лапу по рейду. Гастри потанчит. Стой так, блять. 2 минуты постоит и выйдет. Все, теперь пуляйте нас. 2 минуты уже даже. Пизду, пуляйте. Пулять? Пулять? Гастри. Ну там да я прописывал это. Сразу вычислили, да, у кого нет? А как она профей снимает? Вручную. Опасно. Прям дед такой. Челик. Пытается с нетом. Поварит, блядь. Трясущимися руками, да? Да, да, да. Как картинка раньше была, типа, на котором пот льется. Типа, это, две кнопки, что ли. Стопнуть ДД или стоять в лужи и бить. Стоять в лужи и бить, по-моему, правильно. Ну да, и рюпешку сразу полутать. Кстати, это первый пул, можно и загреситься уже, да? Да нет, за такую херню в любом случае начист. Там есть такие моменты, ты знаешь, когда пока на лече, блядь, меня откидывает, да, но я в ловушку наступил. А в полете я типа сдох от заражения, типа можно загреть, понимаешь? Там и так 3 ксаря за осквернение ловит. Что там, кстати, на Дженни придумали? Пиздец, на вайбрейдер придумали. Говорят, у кого нету 300+ стамину, они берут в рейд просто. Не, про стамину... Просто 45 тысяч, на рейде все нормально. В
хп. Сколько, точно. Сколько? 40 тысяч хп надо всем там иметь. 40 хотя бы, ну. Предлагала ключ покупать, блядь. А если у меня усилков не хватит столько? Ключ за 9 тысяч. Ключ купи, ну и все, все нормально. Идешь донить усилки. Почему не хватит? Сколько у тебя усилков? 213. Ты хочешь сказать, ты вот все это закинешь и с фулл рейд бафом у тебя не будет? Не будет. Я вчера на маге кидал все свои 420 усилков стамина, у меня вышло 40 с чем-то тысяч. Не знаю, 35 максимум у меня будет. 400 усилков у тебя? 420. А, нет, может и будет, наебывал. Да все там будет, блять. Забейся в стамину просто камнями. Просто реально рейд проще будет хилить хилам. Они заебутся вас, ваш, сколько у вас там, по 30 тысяч, да? По 28 там у всяких магов, которые тонкие, как спички, блядь. А, хилы не кидают, или хилы кидают. Все кидают. У магов 80 своего сапрота, тонкого, блин. Да, легчайшее решение проблемы, Таурен, раса. Ну, раса не раса, все равно, я не знаю, на второй кате уже можно, блядь, 40 лет сделать. Милики там под полтинник, под 40. А это, кстати, что-то люди, там много уже арканов появилось, вроде что-то арканы, да, вроде тащить начинают или нет? Нет. Или это типа Соша Сопрот? Это а просто видосы? Те, кто не шарят. А видосы есть киллов джайны после обновы? Не знаю, я видел со старой Гичи Алика, у которого, ну, 100% крит, но он почему-то, блядь, в аркане ходит сейчас. Походу, я его в раски. Не может быть 100% крит в аркане. С рейд-бафами. С рейд-бафами. На Альфайре, я имею в виду. Чё, да хуя крита у него? Чё, шкафуй. Походу, я его чего, блядь? Щели, которые в аркане, но файере 100% крита, что? Не понял, что он сказал. Чему-то, блядь, никто в аркане не понял. Ярости недостаточно. На куб. 4 плюса на куб. Плюс 5 кролу на Т4 и на маунтов. Ну что, доберусь я до Т5 на мага, буду в аркане бегать и писать, что не дамажит аркана. 2 тела на куб еще. Одобряем. И кричать иннер мне, да? Зачем? Грамотно распределение всех сапфиров плюс прилива и все надо. Грамотное распределение усилков в инту, камней в инту и тринки на инту. Да это ж обязательно. Камней в инту, блядь. 100 тысяч маны такой маг, блядь. Там же от маны, по-моему, тоже какой-то бонус. Все в инту и буду писать, что не дамажит. И будет хули. Вот как завязал. С пула разогнал четвертую вспышку, так до конца ею. Интересно, где вообще инора будут в него отдавать-то, может быть. Вы думаете, а инор в процентах резает ману или воспитает? Он резает в процентах от того, кто кинул. От того, кто кинул. А до сову какой-нибудь. А пока трэш бьем, там еще два тела. Погнали, два тела еще. Я все время существования Т5 не видел на форуме ни одной темы за арканов Т5. А почему не написать и не сказать, что типа сделано нормально? Мне шарящий человека 3 играет на арканах и все, который умеет. Там мне играет только Джелус, и то Джелус сейчас уже в файере, и Ника Эстри, которая как-то ладно. Найти чувака, который шарит арканом, знаешь, как справиться. Дамаж. Шарить, дырку, что-то шарить. От игры арканом руки атрофируются. Нельзя им играть. Там надо следить за маной. За все хуни на ДПС зависит. На аркан хотя бы больше кнопок знать, чем форт. Просто смысл, если ты говоришь, что у тебя, блядь, напали макрос на кнопку, блядь, органы уже нет. Получается, блядь. Можно сделать макрос в одну.
Ладно, две. Один бурст. Один бурстов. Чем он от аркана тогда отличается? Понимаешь, это макрос надо писать, чтобы все объединить. Мне аркана априори просто. Одна-две кнопки. Там макрос даже не нужен. Т5, там 4 кнопки. Там макрос, наверное, вообще колесики. Там разве нету проков под звезды и все такое? Ну, там надо знак мага отдавать. Нам чародейский отстрел давать. Ну, те же самые стрелы из. Ну не знаю, звучит неплохо на самом деле. Блять, мне уже челики пишут вместо према в гильдию, у вас там зачарить мне, говорит, пушку никто не. Нормальные челики. Реги есть, говорит, на. Ну скажи, если реги есть, тогда конечно. На куб на пятый есть кто-то желающий? Выдаешь хочет. Так, сейчас. Ярость срочно станет вашей погибели мою кровь. И захлебнитесь ею. Пончик. Гуина Вера. Ну все, запускайте, короче. Что я слаб? Да кто из нас? Там еще и башня сплачивает. Давай, сколько абсорб? Вот 37 там бил, сколько абсорб получается? Насколько я знаю, насколько бьёшь, столько и абсорба. На 37 тысяч всего? Ну, наверное, я просто особо не вдавался в подробности. Не запоминал. Тебе казалось, что я слаб. Дайте каску, пожалуйста, по постам. Зато две таких тычки сделал, и можешь вообще в АФК уходить. Больше ляма агра. Автоатаку ставишь и уходишь. Опять дай тычку, пожалуйста. Бля, ладно. Паладином до хрена, им опять зажали. Мани? Выйди из толпы, где-то там есть. На. О. Утешение есть у тебя, Япончик? Утешение? Пока не собираю. Я не знаю, кто выдумал, что нужно утешить. Можно два даже. Для что было это? Для ДЦ? Дырпич. А что у нас? Корень и чешка гировская. Когда ты по мане сидишь, ты так и будешь, что не особо. Ну, ТЦ всегда садится по мане. И то, и то, и задумка. Зависит от того, где, когда, и сколько лица. Очень. Готовимся по мане. Малышка, беги!
Она сейчас спану, походу так и не потрусит. Ну точнее потрусит вместо того, чтобы звезду Маунтов уже не было никаких, да? А, ну, это я на автомате. Голова не надо никакого. Давай маунтов зажал бы. Да не, я так. Рано, не рано ливнул. Вот это параша. Кому воронка упала с рулет? Так, ты рулетит, грудак ты 5. Т5. Т4, да. Я постоянно хитаю. Никому не надо грудак на ханта, мага, ДК и лока. Старшину не надо, что ли? А, его уже нет. Я ж тебе не отдал, там были тапки на танка на старшину. Тебе не надо с ИКа падали, которые... Просто отец. Так, ладно, это прошло. 8 остается. Блять, что, никому лут не надо, что ли? Мне, кстати, воронки скаканули, блять, по 3700, ну кто-то в чате, блять, покупает. Нужно больше ярости. А Т4, которая падала, никому не надо, другое, там, плечи, штаны. Так. Вот такие штаны никому не надо. А, тогда полдина дают. Плечи, прист, друид, вар. Ну кому? Молот сейчас дам. 10к, это жестко. Что ты сделал? На тебе молот. На тебе. Вот эту хуйню полипала. На тебе. Что тебе еще дать-то? Вот эту хуйню. На хулипала. На тебе еще. Что еще дать-то? О, это параш, а там говно маунты, зачем они? Короче, вроде ничего. Да не нет, некоторые есть, кстати, прикольные. Я знал, что не будет 10к ставить, я бы не продавал, не открывал бы, блядь, коробки. Куда ее продавать? Блядь, магазин. Просто выбирал обычно. Как лут в обычный, блядь. Блин, ну что, только лишь когда ты всех маунтов отвлекаешь.